Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, я Эдуард Петер. Рекс малость привязан, пришли соседи. Ну, ненадолго они, часа два, и все, я его отвезу опять. Тасок? Да, мой сыночек. Да, мой маленький, Вот. Сегодня мы пришли достраивать третью стенку и, возможно, примерить еще дверь. Я чувствую, что через некоторое время некоторые из вас тоже скажут, что, слушай, что ты тянешь все это дело. Одна стенка, вторая, ну построй ты домик, да, сними во время, и потом нам за 20 минут все покажешь. Ребята, это мой дневник, я уже говорил, да? Дневник как не ведут, что за 20 минут всю жизнь. Это ерунда. Поэтому... Кому не нравится, не смотрите просто, да и все. А мы сейчас... Сначала мы с вами напилим стойки. 4 штуки. Ну, теперь мы наживуем эти стейки. Так вот. А может и не наживуем. Рекс, ты сверлить умеешь или мешать? Понимаешь, ты меня любишь. Что мне об этом Да, Рекс? Здорово.
Теперь на уголках там я поставлю временку, потому что я не знаю, как еще не решил, будет ли здесь с этой стороны слева окошко или справа окошко, еще не решил, поэтому все будет так, это временно будет. И вот тут я хочу с вами, ребята, посоветоваться. Пока я завтра начну устанавливать дверь, как вы считаете, что лучше, дверь поставить посередине или поставить ее где-то здесь, в этом месте, а здесь сделать еще одно окошко, может быть поуже такое. То есть вы действительно мне поможете, если выразите свое мнение. Ну, а сейчас нам надо уходить, идут собаки, по-моему, ведьмочки, поэтому мы сейчас закончим на этом сегодня. И я еще съезжу в магазин, докуплю материалы, мне не хватает немножко наверх, может быть. Ну, в общем, я подумаю.